Яндекс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Зима близко» ввиду отсутствия сегодня Вадима Родионова. Сегодня я, Анна Смирнова, буду принимать ваши звонки. Напомню, телефон прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Также пишите в WhatsApp 2-300-6191. А на прямой связи с нами сегодня ведущий программы Денис Ханов из Германии. Здравствуй, Денис. Здравствуй, добрый день, уважаемые радиослушатели, добрый день, очень рад снова быть с вами в эфире. Наша передача посвящена в основном темам, о которых мало кто говорит в нашей стране, по целому ряду причин. Возможно, неинтересно, нельзя сделать политического капитала или, может быть, медийного капитала, но в рамках нашей программы мы как раз и задаем такие неудобные, неприятные вопросы, потому что, мне кажется, в какой-то степени роль СМИ как раз в том и состоит, это те каналы, по которым движется, собственно говоря, наше общество, и демократия живет именно тогда, когда у нас есть разные версии, когда мы аргументированно с чем-то не согласны. И вот на прошлой неделе отзвучали, отгремели все праздники, которые у нас в ноябре обычно связаны с, скажем, с таким особым патриотическим настроением. И я бы хотел посвятить нашу сегодняшнюю дискуссию теме «Нация больше, чем народ?» знак вопроса. Потому что во многом речи политиков, министров и представителей интеллигенции в эти дни 11 ноября и 18 посвящены как раз теме латышской истории, латвийской истории, но в основном акцент именно на этническом большинстве. И тема связана во многом с понятием народа, с его прошлым, с его трагическим прошлым, а также с победами и так далее. Иными словами, если день Лашплисиса — это в основном, условно говоря, дань милитаристской культуре любого национального государства, то 18 ноября — это, может быть, менее, скажем, шумный праздник, но это праздник, в котором могут участвовать, по сути дела, все, и должны были бы участвовать все. В каком смысле участвовать? Не обязательно выходить на демонстрации, никто никого никуда не гонит, это свободный выбор, можно остаться дома, можно вообще ничего не включать, не смотреть, не слушать выступления президента, не читать его потом в газетах или где-нибудь онлайн, можно просто остаться дома или поехать погулять в лес. Но во время дискуссии совсем недавно в Фейсбуке я наткнулся на тему, в которой решил поучаствовать, и она была связана с тем, а каково должно быть отношение человека к государству. Неважно, с кем я дискутировал, но так или иначе эта дискуссия привела меня к размышлениям о том, как раз в контексте 18 ноября, а что такое латвийская нация? Можем мы говорить о латвийской нации? И я хотел этот вопрос задать и себе, и нашим радиослушателям, и я позволю себе очень коротко, может быть, представить мою собственную версию. Я думаю, что проблема латвийской политики состоит в том, что мы как нация, как совокупность всех жителей нашей страны, все еще не существуем. Мы как бы в процессе, и, наверное, надо быть честными с самим собой, этот процесс никогда не закончится. Всегда будут новые группы людей, всегда будут какие-то новые вызовы, и всегда нужно будет решать вопрос, а кто принадлежит к нации. А так как в Латвии в основном речь идет о концепции «народ», и в основном это ассоциируется именно с этническим большинством, с латышами, тогда задается еще один вопрос. И здесь я опять хотел бы распространять вредные, никому не нужные либеральные ценности в нашей стране. А именно вопрос такой, а вдруг мы могли бы создать предпосылки для того, чтобы в Латвии народ стал синонимом нации именно в политическом смысле этого слова? То есть как община политически активных, тем самым неравнодушных к самим себе людей. Я думаю, что уже сейчас будет, если не шквал, то достаточно много звонков, и я почти уверен, что большая часть этих звонков, не вся, но большая часть, будет посвящена тому, как я смел что-либо подобное представить, как далек я от реальности, что я предлагаю. Возможно, следующим тезисом будет ассимиляция. Может быть, это мои фантазии. Просто наши последние дискуссии на тему истории Латвии в ноябре показали, что, к сожалению, стереотипами полно сознания не только наших латышскоговорящих радиослушателей, страхами пропитаны и русскоязычные радиослушатели, неважно какой
этнической группе они принадлежат. Здесь речь идет о уже упомянутой мной ассимиляции, о том, что мы здесь давно, и какое право те имеют, и так далее, и так далее. То есть это, условно говоря, такие четкие водоразделы. А мне почему-то все время хочется этот водораздел, скажем, я не знаю, разрушить, может быть, попытаться построить мост. А кто-то, может быть, скажет, что это, как говорилось в прошлом, в хрущевском периоде, космополит безродный. Но нет, на самом деле, я просто скажу абсолютно откровенно, мой опыт таков, каков он есть. И мой опыт – это нахождение между разными культурами и условной русской, и условной латышской, потому что каждая из этих культур всегда богата другими влияниями. Но нету каких-то чистых, скажем, таких лабораторных культур, которые находятся в колбах. Так вот, возвращаясь к теме нации, мне кажется, что наш путь — это как раз путь в сторону создания политической нации, где нация, как я уже представил в заголовке сегодняшней программы, больше, чем народ. То есть до сих пор народ в основном связан с конкретным этносом, и это то, что ученые называют, скажем, в теории национализма этническая или культурная нация. Это не означает, что у других наций нет культур, никоим образом. Просто речь идет о том, что такие понятия, как язык, культурное наследие, будь то поэзия, эпос, фольклор, танец, песни, неважно, что это является, ну, основой основ нации, но не только основа, но еще и то, по каким критериям другие люди будут участвовать в этой нации. Это навсегда останется составной частью латышской нации, и русской, и украинской, и белорусской, и неважно какой. Напомню, что у нас в Латвии около 160 этнических культур. Есть очень крупные, есть совсем маленькие, неважно. Достаточно заглянуть на сайт нашего агентства по натурализации, где вы увидите, насколько много разных людей живут в Латвии. Так вот вопрос, могут ли эти разные люди с разным прошлым, с разными обидами, с разными травмами. И все обиды и травмы так или иначе имеют право существовать. Мы не можем их отменить. В какой-то период, в советский период, что-то отменялось, скажем, замалчивалось, запрещалось, но, как мы видим, от этого, собственно говоря, лучше никому не стало. Теперь мы видим, как с 90-х годов непроговоренные травмы коллективные вышли просто наружу и мешают нам на самом деле сейчас жить, потому что мы полны обид и страхов. Потом появились страхи и обиды неграждан. Эти люди считают себя исключенными, они не доверяют латвийскому государству, они не доверяют институту гражданства. С другой же опять стороны, надо сказать, что я не вижу в публичном пространстве каких-либо четких, ярких сигналов о том, чтобы давайте присоединяйтесь, вы будете частью латвийской нации, потому что само понятие «латыш» может стать другим. И здесь мы подходим к уже совсем сложному такому участку, и сложный он не потому, что его кто-то не поймет, а сложный он потому, что там очень мало ориентиров, и у меня у самого порой в голове каша. В каком смысле? В том смысле, что если мы все-таки считаем, что качество общества может улучшиться, если мы все будем заинтересованы в участии в обществе, где мы живем, в демократическом обществе, да, в обществе либеральном, потому что либеральное общество позволяет индивиду реализовать себя, свою идентичность, свое «я», свою свободу, свои воззрения, интересы, хобби и так далее, и так далее. И либеральное общество очень хрупко, потому что оно действенно только тогда, когда в нем участвуют. Если же часть людей является зрителями, и, конечно же, надо сказать, что зрителями здесь являются и не граждане, но и многие граждане, которые просто не верят в процесс участия. У нас, скажем, один из самых низких уровней участия в неправительственных организациях по сравнению, например, со Скандинавией или Германией. Но дело в том, что это недоверие, оно есть. И сказать просто «фуй, как плохо» не имеет смысла. Надо задать себе вопрос, а что дальше? И мне кажется, вот выходом из этой ситуации могла бы стать политическая нация, но это всегда диалог и компромисс. И в той дискуссии, о которой я упоминал в интернете, мы очень быстро, я бы сказал, скатились, к сожалению, к теме «нет, государство — это, собственно говоря, сантехник. Пришел, проверил краны и ушел, выписал чек».
Но началась дискуссия с того, что мы обсуждали тему латышского языка, знания латышского языка или знания языка в том государстве, где ты живешь. Я выразил крамольное мнение о том, что, в принципе, живя в Латвии, нужно знать латышский язык. У многих это вызывает моментально аллергическую реакцию. Так как я нахожусь между разных культур, то я вижу, насколько важно для моих латышских коллег, вне зависимости от возраста, из какого они региона, чем они занимаются профессионально, насколько важно, чтобы их родной язык звучал в их публичном пространстве. Теперь мы переходим на следующий уровень и задаем себе следующий вопрос. А как с языками национальных меньшинств? В разных странах это решается по-разному. Например, в Финляндии вопрос количества национальных меньшинств, тогда появляется новый статус языка. Мы прекрасно понимаем, что русский язык и его, скажем, культурный потенциал – это одна область. Доступ к литературе, к театру и так далее – этим, как правило, политики не занимаются. Это гуманитарный вопрос, он остается на уровне быта, на уровне, я не знаю, там, научного обмена и так далее. Речь идет о русском языке как о моменте признания этнических меньшинств. Да, большинство этнических меньшинств, русифицированные в советский период, используют русский язык как язык межэтнического общения. Но, и здесь мы опять подходим к очень такой зыбкой теме, которая может вызвать поток гнева. Русский язык не единственный язык этнических меньшинств Латвии. У нас есть целый ряд других. Огромное количество других языков. И когда я обсуждал в дискуссии о том, что, в принципе, нужно знать латышский язык, то тотчас же мы переходили на уровень достаточно потребительского, это мое субъективное мнение, отношения к государству, в том смысле, что, нет, очень важно знать, что, например, за границей нередко, или, может быть, наоборот, часто информация доступна и на русском языке. Да, верно, здесь, в Берлине, например, если мне необходимо снять деньги в банкомате, то среди 8 других языков есть и русский язык. Там есть польский, итальянский, немецкий, английский и так далее. Да, это верно, но если мы возвращаемся в Латвию, то знание латышского языка – это элементарное уважение к публичному пространству страны, где ты живешь, и это национальное государство. Все национальные государства Европы обладают так называемыми государственными языками. Иногда это один, иногда это несколько. У языков меньшинств разные статусы. Но вопрос состоит в том, что на данном периоде латышский язык останется главным приоритетом латышской нации именно из-за той травмы, которая была получена в 20-м столетии. Тут возникает вопрос, что делать этническим меньшинствам на пути признания их собственной культуры и на пути сосуществования с латышской культурой или в латышской культуре. И здесь я думаю, что элементарное, это даже скорее уже может быть вопрос этики, нужно знать латышский язык, потому что это мое решение участвовать в этом государстве, и это мое уважение к согражданам этой страны, к тем, кому в период советского режима так или иначе во многом было отказано в, скажем, в развитии своей культуры. Да, можно сейчас сказать по телефону, были латышские школы, были праздники песни, была переводная литература и так далее, да. Но мы прекрасно знаем, что в Советском Союзе, и об этом говорят и зарубежные, и западные, незаинтересованные исследователи, русский язык, так или иначе, русская культура были доминирующими. Это была, ну, в принципе, чего скрывать, это был, по сути дела, формат империи. И империя всегда имеет доминирующий язык и культуру, таково прошлое. То есть с этим можно жить, но я считаю, что элементарное уважение — это первый шаг, прежде всего, к тому, чтобы понять, что латышская культура, как бы теории заговора это нам не предлагали, не является заговором или злобным планом против русскоязычных. Вторым шагом для создания политической нации должна была бы быть идея того, что из негражданина, который бурчит дома на кухне и смотрит, скажем, российское телевидение, он может его продолжать смотреть сколько хочет. Каждый из нас свободен смотреть что угодно. Мультфильмы, фэнтези, фэнтези от Путина, фэнтези еще от кого-то.
это свобода. Но потом мы должны становиться гражданами этой страны и участвовать в процессах. Недовольны – выбираем другого. Недовольны – сменяем кого-то. Недовольны – приводим дело к референдуму, собираем подписи, устраиваем инициативы, демонстрации, плакаты рисуем и так далее, и так далее. Но сидеть и бурчать на кухне и ожидать, что кто-то что-то сделает – это уже, по сути дела, традиционное, но я бы так сказал, очень потребительское отношение, которое постепенно входит в кровь. На протяжении 30 лет мы видим, как стремительно снижается количество тех, кто хочет стать гражданином нашей страны. Нередко наши радиослушатели использовали в качестве критики очень тяжелые такие просто ядерные термины, как геноцид и так далее. Я бы очень хотел, чтобы мы не употребляли такие понятия, потому что на самом деле это некоторое... Ну, как бы сказать, это жестоко по отношению к тем, кто действительно переживал геноцид и уничтожение, и это, мне кажется, неэтично, но это мое собственное мнение. Кстати говоря, о общей нации, о том, что нацию объединяет не только будущее, но и прошлое. Например, сейчас, на этой неделе, 30 ноября в 18 часов, моя коллега, директор музея Жаниса Липки, которая часто бывала у меня в студии, организует уже в который раз... скажем, памятное мероприятие, посвященное трагической годовщине уничтожения евреев в Румбуле. И тема, которую она предлагает всем, и эта информация есть и на латышском, и на русском языке, это прийти 30 ноября и поставить свечку возле памятника свободы. Это, я, если не ошибаюсь, уже третий год инициатива проходит. И эта инициатива связана с тем, что мы помним, нам больно. То есть это не просто... скажем, памятная дата, трагедия какой-то конкретной общины, а речь идет о всех нас. Я думаю, что это, хотя я как бы не могу, конечно же, дистанцироваться от моей доброй коллеги и моего доброго друга, но Лолита Томпсона в этом смысле действительно переломила в какой-то степени общественный дискурс. Она предлагает всем, вне зависимости от этнического происхождения, языка, профессиональной деятельности, доходов, просто прийти и помянуть тех, кто были когда-то здесь, в Латвии, жили, может быть, по соседству, были врачами, были парикмахерами, швеями, учителями, неважно кем. И они погибли, потому что один тоталитарный режим уничтожил огромное количество людей, используя абсолютно чудовищные, бредовые, расистские, скажем, представления о доминанте одной группы над другой. И я считаю, что это очень важно, что у нас в стране постепенно начинает возникать общая память. И опять же я говорю, что... если мы видим, что мы буксуем как общество именно из-за того, что мы разделены этнически, нас разделяют и нами пользуются, то надо задать себе вопрос. Мы не можем триумфально выйти, предоставить список своих требований и сказать, так вот, пожалуйста, отметьте здесь все и пришлите мне обратно готовую модель того, как я буду благоденствовать в этом обществе. Я, по идее, призываю как раз к тому, чтобы начать обсуждать, и мы продолжим это обсуждать в нашей программе после перерыва, обсуждать компромиссы. Компромиссы не означают потери достоинства или какой-то политической невинности, извините за некоторую эротическую составную, но речь идет о том, что нельзя сидеть и ожидать того, что сны о прошлом вдруг могут реализоваться в будущем. На этом материале будущее не построишь. А одна из составных частей этого будущего является, по сути дела, очень простой. Понимать, знать и участвовать в латвийской культуре на латышском языке, сохраняя свою этническую самобытность, сохраняя свою культуру и так далее, и так далее. То, чего мне очень не хватает в латвийской политической культуре, и за что я все время ее критикую, и министров образования, и министров культуры, это отсутствие какой-либо позитивной, включающей кампании, как присоединиться, условно говоря, к латышской культуре. Я думаю, что так как подошло время перерыва, Анна, если да, сделаем мы сейчас небольшой перерыв, да, но я да, напомню для наших радиослушателей, что они также могут нам звонить 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Программа «Зима близко», продолжим уже после небольшого перерыва, оставайтесь с нами. Микс Ньюс. Мы продолжаем. Программа «Зима близко». Денис Ханов на прямой связи с нами. Тема сегодняшнего эфира, я напомню, для наших радиослушателей – нация больше, чем народ. Мы в том числе принимаем и ваши звонки. Звоните 672-12-93-9 и 672-13-93-9. И пишите в WhatsApp 2306191. Денис, вам слово.
Пока наши радиослушатели думают, задавать ли вопросы и присоединяться к нашей дискуссии, я хотел бы поговорить, может быть, больше не о прошлом, а о будущем. И в качестве, скажем, небольшого импульса я хотел бы показать, насколько это возможно на экране. Вот сегодня по почте получил интересную книгу одного французского философа 18 столетия. Книга была написана в 1771 году. Автор Луи Себастьян Мерсье. И он написал роман под названием «Год 2440-й». И речь идет о том, подзаголовок романа «Самый важный сон» или «Самая важная мечта», так можно и перевести. Так вот, речь идет о том, что философ проснулся и очутился приблизительно на 700 лет в будущем от того момента, когда он жил в Париже, и обнаружил, что наконец-то свершилось то, о чем он мечтал. Философы, условно говоря, пришли к власти во всей Европе, монархи, тогдашняя реальность государства, подчинились мудрости философов, они слушаются их и правят согласно представлениям просвещения. Так вот, я подумал, ладно, может быть, так далеко заходить не стоит, давайте подумаем, условно говоря, 30 лет, может быть, что произойдет через 30 лет. На самом деле, таковы приблизительно рамки всевозможных аналитических планов или, скажем, видения будущего даже чиновников. Так вот, мне кажется, что через 30 лет у нас была бы возможность, если бы мы следовали идее того, что мы слышим другого в нашем обществе, мы его принимаем и стараемся на основе диалога, может быть, вывести какую-то новую формулу, может быть, тогда мы, наконец, перестали бы выбирать по этническому признаку, может быть, из городского пространства в предвыборной кампании исчезли бы такие лозунги, плакаты, как, условно говоря, «Латыш, не сдавайся», «Русские идут» и так далее, и так далее. Может быть, мы не призывали бы население Риги или других городов объявить поддержку мэру города, репутация которого для многих сомнительна только потому, что он принадлежит к одной этнической культуре, и поэтому, условно говоря, наших бьют важнее, чем то, чтобы спокойно дождаться решения правоохранительных органов и понять, что такие коррупционные действия, какие существуют в Европе, они угрожают самой демократии и стабильности нашего общества. И сначала нужно доказать, а потом уже выходить и смотреть, кто кого бьет. Может быть, мы перестали бы копаться в прошлом до такой степени, чтобы выискивать там несуществующих героев и нелепо выглядеть на фоне других европейских культур. Может быть, у нас уменьшилось бы количество праворадикальных политиков, а у нас до сих пор пока только такие водятся в парламенте, которые, по сути дела, постоянно водят нас за нос, развивая прямо у нас перед глазами очень странную, такую наполненную мифами, скажем, идею превосходства одной этнической культуры на другой, или наоборот, существует в парламенте только потому, что они в какой-то степени используют образ жертвы. В любом случае, может быть, мы наконец освободились бы от этих мифов, не от всех. От всех наверняка никогда нельзя избавиться. Но мы могли бы попробовать подумать о том, что мы все-таки можем существовать как общее целое. И, может быть, тогда и понятие «латыш» стало бы более включающим. Может быть, это означало бы, что ты можешь быть латышом русского, грузинского, украинского, татарского происхождения, еврейского происхождения, неважно, что ты можешь соединять в себе целых две идентичности или два уровня. Ты можешь быть одним и другим одновременно. У нас сейчас звонок есть? Это не психическая шизофрения. Да, конечно. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. Вот в прошлом году праздновали столетие Латвийской Республики. Я живу в Каугаве. У нас в Каугаве, в Смоке, очень много русских. Ну, что привезли их буквально чуть ли не насильно, комбинат бумажный, еще там предприятия всякие разные. Но хоть бы одно мероприятие в прошлом году было на русском языке. Все полностью было на латышском, только. Так а какое можно тогда говорить о каком объединении, если уже на уровне государства нас начинает отталкивать? Но ведь никто не подумал о том, что 100 лет этой республики, и когда она в 18-19 годах организовалась, было же много и немцев тут, и русских, и всяких разных. Но празднование было только чисто на латышском.
Ну и о каком уважении, почему я должна называться латышом русского происхождения? Я не латышка, я гражданин Латвии. Как вот говорят, американец. То есть американский гражданин – это не национальность. А у нас почему-то хотят, чтобы мы были латышами какой-то русской там и тому подобное. Ну, в общем, такое мое мнение. Знаю, как дальше. Спасибо. Да, спасибо вам. Спасибо за ваше мнение. Я как раз, я в принципе с вами полностью согласен. Я имел в виду как раз ту же самую версию, что вы упомянули. То есть, в принципе, для меня в какой-то степени примером является именно американская версия. Да, то есть, когда я, например, говорю, ну, не я, а кто-то, что я американец, значит, тогда это одна моя идентичность, как гражданина. Я иду выбирать как американец, для меня важны интересы американского общества, американской политики и так далее, какими бы они ни были на данный момент с нынешним очень странным президентом. А когда я говорю американец, и потом, может быть, я иду праздновать там Хануку или, может быть, какой-нибудь католический праздник, тогда уже обнаружится, что я ирландец или итальянец или еврей и так далее. То есть, на самом деле, то, о чем я говорю, что, например, русская идентичность может сосуществовать с латышской на уровне, допустим, государственной политики или, допустим, моего гражданского участия. Это и есть то, что мы называем политической нацией. Никто не призывает вас становиться этническим латышом никоим образом. Но просто мне показалось, что это та версия, которая могла бы нас, может быть, все-таки подвигнуть в сторону единого пространства. Поэтому, мне кажется, ключевым является именно латышский язык. Латышский язык как средство, ну, соучастия. То есть никто не запрещает на уровне неправительственных организаций, воскресных школ или, наоборот, программ, образовательных программ для национальных меньшинств сохранять свою языковую и культурную среду идентичности. Еще раз подчеркну, надо привыкать к мысли, что русский язык не единственный язык этнических меньшинств. И русские здесь не единственные. То есть то... Та дихотомия латыши и русские, она давным-давно устарела, и ею пользуются наши политики со всех сторон. Я считаю, что национальное объединение в этом смысле добрая подруга и сестра согласия, потому что они действуют по тому же самому принципу, выстраивая в какой-то степени зависимость электората от его этнического происхождения. А мы давным-давно все перемешаны, посмотрите, сколько в Латвии смешанных браков. И люди давно живут в разных, скажем, языковых культурах и пространствах. Поэтому латышский язык в какой-то степени не означает потерю своего собственного языка. Латышский язык означает, ну, соучастие в другом пространстве. Здесь мы опять натыкаемся на следующую проблему. А что должно произойти в среде латышских интеллектуалов и политиков, чтобы те, кто хотят войти в пространство латвийского общества и стать частью политической нации, увидели там себя. То есть я абсолютно согласен с любым из наших радиослушателей, так или иначе они разными словами говорят об одном и том же, о признании другого, как имеющего право быть. Это очень сложное понятие. Здесь, в Германии, насколько мне удалось за последние месяцы познакомиться с разными общинами, они во многом, и государство тоже, делается огромное количество проектов и всевозможных других мероприятий, нацеленных на то, чтобы не исключить и предложить либо-либо, а и то, и другое. То есть можно оставаться турком и быть немцем. Можно сохранять иранские корни, корни различных стран Северной Африки или Центральной Африки и быть немцем или немкой. Оказывается, в других странах, совсем недалеко от Латвии, там в часе полета, могут сосуществовать эти идентичности. Поэтому мы мыслим все еще, мне кажется, именно вот в таких терминах либо-либо. То есть, например, я как бы не могу существовать полноправно в латышской культуре. Могу. И имею право. Но вопрос, создана ли среда. И здесь, конечно, очень большая критика как раз тем, у кого есть ресурсы и финансовые, и символические. Почему нигде и никогда я не вижу, скажем, в пространстве города компании для того, чтобы латышский язык, ну, мог как-то изменить свой образ? Он во многом для людей... травматический опыт.
Некоторые правозащитники даже говорят о том, что у нас очень жесткая, скажем, языковая политика, нацеленная скорее на штрафы, чем на включение. Почему никто из латышских интеллектуалов не участвует в кампании, условно говоря, хочешь посмотреть потрясающие постановки русской классики? Учи латышский. Потому что у нас тогда будет открыт новый Рижский театр и так далее, и так далее. Мы увидим Луну Зарину и других потрясающих актеров, которые, да, на латышском языке играют русскую классику. Хочешь, иди в театр русской драмы. Никто не запрещает ничего подобного. Но ты можешь увидеть другую версию. И на самом деле русская культура может звучать и на других языках. Я смотрю ее здесь в немецкой версии, «Вишневый сад» звучит и на английском, и французском, неважно. Или что-нибудь другое, допустим, не нравятся тебе политики, иди говори об этом. Но в любом случае ты должен пытаться войти в это пространство, а для этого нужно просто знать, что говорят, и необходимо учить этот язык. Именно поэтому это большой укор латышскому, скажем, эстеблишменту, который до сих пор не был в состоянии представить ни одной длительной кампании по принципу «вступай и участвуй» или еще что-нибудь. Поэтому я, к сожалению, должен сказать, что тот образ латышского языка, который мы часто слышим в звонках, он в какой-то степени адекватен тому, насколько мало участвовали в подобных кампаниях латышские политики. Следующий вопрос такой. Хорошо, я выучил латышский язык. Неважно, из какой этнической группы. Грузин, допустим. Неважно кто. А кем я буду в этой новой нации? Примут ли меня как человека, который как бы важен сам по себе? Не будет ли риска ассимиляции? Это то, чего, собственно говоря, боятся сами латыши, когда они нередко звонят и говорят, вы слишком большие, вас слишком много и так далее. Мы помним эти дискуссии о русском и латышском языках и о школьниках. Они во многом пропитаны как раз страхом того, что кто-то куда-то придет и кто-то где-то рассеется или, я не знаю, исчезнет и так далее. И здесь опять же большой вопрос. Услышу ли я в публичном пространстве то, что меня признают таким, какой я есть, что я могу быть Денис Ханов, и я могу быть на политическом уровне латышом, что я, скажем, символически равноправен. Да, юридически в этом смысле все обеспечено. Но опять же вопрос, каким образом мы можем это почувствовать вне юридических норм. Ведь мы же в основном живем не по параграфам законов. Мы живем в быту, мы видим выпуск программы «Панорама», мы видим выступления латвийских политиков. И здесь, конечно, вопрос самоконтроля латвийских партий, которые до сих пор не выработали, ну, я бы так сказал, речевого этикета по отношению к этническим меньшинствам. И речь не идет о том, чтобы раз в году призвать всех где-то участвовать и платить налоги. Речь идет о том, что политикам должно быть запрещено выражать ксенофобские, расистские, антисемитские фразы, фантазии и так далее, потому что они опасны, их распространение создает новые трещины, оно, по сути дела, вбивает кол в процесс сосуществования, потому что люди так или иначе скорее пропитываются страхами, и если кто-то с экрана телевизора говорит о русскоязычных как о вшах или еще что-то, или откровенно выражает классические клише антисемитского характера, то это должно быть прекращено, политики должны быть наказаны внутри партии, они должны исчезнуть. То есть таким образом, но они не исчезают, они наоборот почему-то выдвигаются на авангард, скажем, всевозможных предвыборных кампаний. Я сейчас не буду называть фамилии, мы прекрасно знаем, что так называемая речь ненависти очень тяжело доказуемая вещь, но мы знаем, насколько она больно бьет по либо конкретной группе, либо просто по представлению о сосуществовании. Поэтому одна из важных, скажем, составных частей этого компромисса — это научиться политической культуре, да, я бы сказал, политкорректности, не от той, о которую все осмеивают, а от той, которая реально может нам помочь, по сути дела, признать другого как равноправного и тем самым сказать, да, ты тоже часть меня, ты часть этого общества, ты говоришь на моем языке, а я смогу выучить и твой язык. У нас есть звонок. Да, Денис, давайте будем принимать. Здравствуйте. Слушаем вас. Добрый день.
Да, задавайте вопрос. Вот ваш гость очень словоохотливый до демагогии. Я хочу задать такой вопрос. Вот как вы относитесь в свете своей концепции к преамбуле Конституции Латвийской Республики, принятой несколько лет назад? И ну, достаточно, потому что второй будет связан с опять обширным ответом и недоведением сути вопроса до слушателя. Пожалуйста, спасибо. Да, спасибо вам. Спасибо. Я не знаю, по каким, скажем, деталям или особенностям вы определяете демагогию, но на самом деле я думаю, что каждый из нас имеет право на уважение мнения и своего текста, даже такого длинного, как мой. Но я постараюсь все-таки коротко. Вы напали на мою излюбленную тему. Я обожаю нашу преамбулу, потому что ее можно постоянно критиковать. Она полна как раз того, что мы называем этническим романтизмом. И она во многом, с моей точки зрения, я выражал это и в текстах, и в статьях, и в дискуссиях, она как раз является примером того, что политики предлагают закрыть общество, не открыть его другим с помощью хотя бы символических текстов. Потому что если вы заглянете в Конституцию, то вы увидите, что там как раз есть понятие латвийского народа. Да? Именно латвийского, а не латышского. То есть это был, по сути дела, единственный документ, который стоял как бы над этническими группами. И тут, согласно повороту политики в сторону консервативного романтизма, появилась идея того, что нужна подобная преамбула, где будут выражаться, по моему мнению, достаточно абстрактные и недоказуемые вещи, но они, ладно, нам нет необходимости доказывать каждый тезис, это, в конце концов, не научная работа и не учебник по геометрии. Речь идет о том, что в Конституции, как в символическом документе, должно было бы находиться то, что объединяло бы нас. То, что было бы шире, чем народ. Да? Вы помните название нашей сегодняшней передачи «Нация больше, чем народ». Поэтому я думаю, что это была ошибка. Это была ошибка, которая будет долгоиграющей, потому что, ладно, многие из нас просто забыли о существовании преамбулы, кто из нас читает Конституцию, ну, как бы понятно, что так или иначе это не настольная книга. Но она сыграла свою роль, потому что, например, идея мудрости латышского народа, я не сомневаюсь в мудрости любого народа, и в каждом народе есть выдающиеся ученые и так далее, но какая-то коллективная мудрость, это настолько отдает романтизмом 19-го столетия, что я на протяжении многих лет, безуспешно, правда, но, по крайней мере, имел право критиковать эту преамбулу. Так что я с вами согласен, она скорее нанесла урон. Еще у нас есть звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Слушаем вас. Да, добрый день. Здесь даже между граждан существует прямая дискриминация. Те, кто как бы латвийского происхождения, тем ничего не надо при устройстве на работу, а те, кто натурализованные, тем нужна категория. Вот вам и дискриминация. Это уже в законе о языке заложено. Да, спасибо вам. Мне тяжело комментировать этот вопрос, он скорее действительно очень юридического характера. Еще у нас есть звонок, тогда здравствуйте. Здравствуйте, да, Андрей. Очень приятно слушать вашего собеседника. Здорово, все говорит здорово. Вопрос. Меня родители, я русский, я в русской семье вырос, в Риге родился. Меня все время родители учили латыши, не так латыши, не так латыши, не так. В советское время. А потом я познакомился с девочкой, влюбился. Все, в общем, все хорошо. Но это табу. Было все равно табу. И меня научили, так нельзя, меня научили, как нельзя относиться к... Нет, я сделал вывод, что нельзя относиться к людям так. Но меня до сих пор не научили, как любить другого человека. Как научиться тому, чего не учили в детстве? Все? Да, спасибо вам. Это очень философский вопрос. Я полагаю, и мы закончим сегодняшнюю нашу программу. Большое спасибо. Вы знаете, мне кажется, что основа любви – это полное принятие и прощение.
Мы, возможно, отходим, хотя, может быть, мы не отходим, на самом деле, простите, принять можно и на политическом уровне. Вы же помните, что, например, немецкие политики в 70-е годы, Вилли Брандт встал на колени в Варшаве, в гетто, и просил прощения. Это был незапланированный акт, многие были шокированы, но это была... Это был жест, просьба простить чудовищные преступления. На личностном уровне мой собственный опыт подсказывает только то, что основа любви это прощение, но это очень-очень тяжело, так что я очень надеюсь, что нам всем в разных случаях и на разных уровнях удастся кого-то простить, потому что без этого компромисс невозможен, а без этого мы не сможем похоронить прошлое, а ведь похороненные не означает забытые, это не означает отказаться от чего-то, это означает отпустить, простить и идти дальше. Ну и, как известно, если одна дверь закрывается, за ней следует другая. А за нашу сегодняшнюю передачу последуют новые. Мы продолжим дискуссию на эту тему. Я хотел бы поблагодарить сегодня Анну, Родиона, и особенно наших радиослушателей, которые каждый раз дают очень интересные импульсы, критикуя и соучаствуя. Так что большое спасибо за сегодняшнюю дискуссию. Мы вскоре встретимся снова. Да, спасибо. Спасибо вам, Денис Ханов, ведущий программы «Зима близко». Спасибо, всего доброго и до свидания. До свидания.